Всем привет! Очередная посылка. Посылку, наверное, больше снимаю для продавца. Чтобы все было в целости и сохранности. Ну и может кому-то будет интересно посмотреть. Так, пакет пустой. Вот так вот упаковано, в принципе, для меня адекватно. И что мы видим? Значит, здесь мы видим отвертку с набором бит 53 в одном, фирмы Джекеми, или как ее там правильно, или Джекли, то есть это один и тот же бренд. Вот модель GM8127. Вот что у нас находится в наборе. До этого в основном пользовался вот таким вот простым набором. И еще у меня есть торксы. Отдельная отвертка каждая. В принципе, довольно-таки качественная. Много лет уже пользуюсь, но решил все-таки приобрести что-то посерьезней. Ну и выбор пал на этот наборчик. Так вот у нас сбоку выглядит. Сзади я уже показал. И с этого края вот так вот. Значит, главное, что коробочка сама пластиковая не разбилась. Ну, все как раз хорошо. Ничего не разбилось, ничего не лопнуло, ничего не рассыпалось. Достаточно так презентабельно выглядит все это дело в упаковке. Можно на подарок, особенно если женщины не знают, какой мужчине подарок подарить, я думаю, рукастому мужчине это будет шикарный подарок. Скоро Новый год и тому подобное. Так, убираем лишнее. Но обзора уже на данный наборчик было немерено в интернете, особенно в Ютубе. Можно подвешивать вот так вот. Особенно это будет актуально даже не то, что для удобства. Вот у меня, например, подрастает маленький ребенок, и оставлять на столе данную коробочку или где-то на полке не очень хорошо. А так можно где-то в закутке сделать отверстие и повесил. Ну, это так я вижу назначение этого крючочка. Давайте оп, откроем его. Да, конечно, все так добротненько. Сама вот ручечка у нас. Ну, все, в принципе, на месте. Ручка, удлинитель, пинцет и гибкий вал. Ну и набор бит. Вот такой вот. Очень хорошо, что есть торксы. Вот такие вот с отверстиями, потому как в последнее время стыкался несколько раз с такими торксами. Особенно их применяют в утюгах. Там, получается, идет
Вот такая вот встречается в утюгах битка. И получается вот такие вот торксы с отверстиями. И приходилось выкручиваться. Ну, такая вилка у меня была в старом наборе, а таких торксов не было. Ну, теперь, надеюсь, все это будет намного веселей. Вот такая вот отверточка. Как-то так. В принципе, смысла тут что-то более подробно обозревать я не вижу. Потому как, повторюсь, обзоров было очень много. А так, в принципе, оставлю ссылочку под видео. Может, кому-то все-таки интересно, где покупал. Скажу еще одно. Покупал у продавца, у него немножко выше цена. Но наверняка он отправлял с трек-номером. А да, вот еще есть наклеечка. Надо проверить на официальном сайте, подделка это или нет. Значит, этот продавец отправлял с трек-номером. Другие как-то мутно, непонятно. Но для меня это было важно, потому как последнее время, да, я бы сказал, наполовину посылок без трек-номера вообще не приходят. С трек-номером хотя бы можно отследить, что-то увидеть. А без трек-номера почему-то печально. То ли кто-то просек фишку, что посылку нельзя отследить и ворует их, то ли непонятно. Китайцы кричат. Отправили, отправили, но ничего не приходит. Приходится спорить, ругаться. Как-то не очень приятно. А здесь 100% был трек-номер. Нормальный, полноценный, отслеживаемый. Поэтому ссылочку оставлю под видео. Спасибо за внимание. До скорых встреч. Пока.